Давай быстрее. Зачитайте права человека. Кстати, да, ФЗ, полиция обязывает. Да, вы прошли аттестацию, зачитайте права. А представить-то можете? Он у вас потом заявление в прокуратуру напишет, что не исполняете закон. Бумажку дать? Нет, достаточно устно. Да, кстати, а вы кто вообще? Еще раз скажи это. Сказали, что проверят только документы. Да, подойдите, пожалуйста. Уважаемый. Иду. А если проверять документы, зачем возить-то? Господа полицейские, зачем возить здесь? У вас нет с собой документов? У вас с собой нет документов сейчас? Есть только... Вы показали? Я уже передал. Сажайте. Еще одного человека сажают в багажник. Россия будет свободной! Салют, Басу! Громко.